Здравствуйте, друзья! 24-25 ноября у нас снова пройдет дизайн-саммит «Витрина» в дизайн-пространстве «Аквариус», на этот раз в гибридном формате, то есть офлайн и онлайн. Соответственно, мы ждем гостей в Санкт-Петербурге, ну а те, кто находится в других городах, смогут присоединиться к нам в наших прямых эфирах, как это было сделано весной. Программа у нас довольно насыщенная, и насыщена она прежде всего открытиями. Собственно, с одного из них мы и начнем. Это будет открытие новой монобрендовой зоны «Симус», которую представит архитектор этого пространства Сергей Телевной и представитель бренда «Симус», ведущего производителя санитарной керамики в Италии. Продолжит программу постоянный спикер нашего саммита Ольга Косарева, знаменитый историк дизайна, тренд-аналитик и эксперт в области дизайна. Вот как раз о трендах и пойдет речь. Естественно, о трендах в дизайне на следующий год. Ну а поддерживает это выступление наш партнер и резидент дизайн-пространства «Аквариус» компания «Фурнитек Групп», которая представляет замечательную лицевую фурнитуру, о которой мы уже не раз рассказывали на нашем канале. Новый участник нашего саммита — немецкая компания, инженерная компания «Schlüter Systems». Как раз она и поделится 10 советами от немецких инженеров о том, как сделать любой проект еще лучше. Выступит Павел Шмали, представитель Schlüter Systems в России, и Йорк Хинце, эксперт-менеджер компании. Также наш постоянный участник компании «Гиберит» на этот раз раскроет тему персонализации ванных комнат как тренды на 2021 год. Выступят Ольга Павлуш и Михаил Карманов, представители компании, с которыми вы уже наверняка знакомы, и архитектор Павел Кулаков, который активно использует продукцию в своих проектах, и мы недавно снимали об этом наш обзор. Последним выступлением первого дня будет лекция Михаила Жилина, дизайнера интерьеров, о том, как дизайнеру интерьеров выбрать производителя столярных изделий. Поддерживает это выступление также резидент дизайн-пространства «Аквариус» компания Brightberry, производитель столярных изделий. Ну а далее мы устроим небольшую вечеринку по случаю открытия их шоурума. Наконец-то он готов. Второй день саммита откроет Артем Дежурко, историк дизайна, с рассказом о дизайне ФРГ второй половины 20 века. Естественно, это выступление поддерживает немецкая компания, наш добрый и давний партнер Hans Grohe. И снова новый участник нашего дизайн-саммита, компания LEIS «Инженерные решения». И Андрей Чекан расскажет о том, как умный дом меняет жизнь владельцев, почему умный дом — это серьезная вещь, а не игрушка, и почему люди считают эту систему необходимостью. Мария Ситник, менеджер проектов «Бешко Лайтинг», нашего постоянного участника саммита, а также Михаил Березин, технический специалист и руководитель проектов немецкого производителя «Светотехники», техники Airco Lighting, расскажет о сценариях освещения от простого к сложному. Мне кажется, это очень полезная информация, поэтому не пропустите. Дарья Майер, архитектор, дизайнер интерьеров и просто умница, поделится своими секретами о том, как попасть на обложку интерьерного журнала. Ну а поддерживает это выступление наш партнер, компания ТЦ, которая довольно часто принимает участие в проектах Дарьи. Ну а закончит наш саммит также открытие расширенной монобрендовой зоны нашего партнера компании Laufen. Мы представим коллекцию Sonar по дизайну Патрисии Уркиолы в ее полном великолепии. Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем все необходимые меры безопасности для тех, кто решит посетить нас вживую. Для того, чтобы зарегистрироваться, переходите по ссылке в описании в этом видео. Ознакомитесь с полной программой и выберите те выступления, которые представляют для вас наибольший интерес. Ну и увидимся на нашем дизайн-саммите 24-25 ноября здесь, в дизайн-пространстве «Аквариус», и в прямых эфирах на нашем канале.